Ребята, всех приветствую, подъехали, Москва, очередной балкончик, вот так у нас выглядит, балкон у нас 3,40, 5 металлических ферм у нас будет, здесь мы поставим сюда стоечки, боковинки зашьем сайдингом слева и справа, короче, вот так будем это все делать, смотрите, что у нас получится, весь процесс вам покажу, от стоек до окончания нашей крыши. Мы, ребята, простые, звоните. Сделаем все, стараемся все делать так, чтобы заказчик у нас был доволен. Работаем без предоплаты, по крайней мере, по крышам. Звоните. Так, прежде чем поставить стоечки, зачистили здесь для сварки. Поставили лазерный уровень, чтобы у нас все верхушечка. Берем лазерную, берем обычную рулеточку и смотрим. Здесь у нас, смотрите, если вам видно, 26,6. С этой стороны, чтобы у нас верхушка по уровню была, нам нужно поставить все. Здесь у нас 26,4, ну 2 миллиметра, 2 миллиметра получается, ту сторону нам нужно будет приподнять. Приподнимаем на ту сторону 2 миллиметра выше, и у нас вот эта верхушечка, которая будет, она у нас пойдет идеально по уровню. Вот здесь там 26,4, здесь у нас 26,6, на 2 миллиметра поднимаем парапет. Более-менее нормально в уровне стоит. Так, поставили две стоечки. Вот одна стоечка, кинули поперечку. Поперечка у нас теперь четко по уровню. И стоит вот она, вторая у нас. Сейчас будем накидывать направляющие. Здесь мы уже две направляющие прибурили. Видите, как у нас теперь смотрится. Теперь привариваем отсюда во сюда. И потом делаем треугольник. Сверху туда уклон делаем. Здесь у нас 5 штук будет на 3,40. Так, еще раз показываю каркасик наш. Здесь мы сделали сушилочку, приварили с этой стороны, с той стороны. Вот такие вот наши треугольнички теперь смотрятся. Покажу сверху сейчас, вид вылезет. Вот так наши треугольники наши смотрятся. Идеально, жестко. Теперь нам, как говорится, не страшно то, что будет сюда снег кидать. Сейчас сделаем деревянную обрешеточку и кидаем профнастил. Так, сделали вот такой вот объектик, зашили боковинки сайдингом, сделали крышу, 5 у нас углов, смотрите, как круто смотрится, а здесь у нас, опа, видите, и не доделали, потому что не хватило у нас сайдинга, у нас высота здесь по стойкам 2 метра, в основном всегда идет где-то 1,70 м, вот так вот, заказчица скинула нам фотографию, понятно, что эту высоту никто не промерял, я приблизительно взял максимально 1,70 м, ну, чуть-чуть просчитался. Ну, все равно сегодня вот подъехали, подвезли вот сайдинг и 4 листочка сюда дощем и все, в принципе. Наш косяк 100%, потому что надо было материала чуть побольше взять. Ну и так вроде думал побольше, но не хватило. Ну не хватило, приехали сегодня, потратим небольшое время на это все. Ну, всегда мы доделываем наши объекты, чтобы наши заказчики были довольны. Вот приехали вот без 29, мы уже на объекте. Суббота сегодня, сейчас это все дошиваем, 15 минут, больше с вами я тут разговариваю, чем тут работать надо. И все, и покажу вам вид снизу. Так, закончили объектик. Вот так все зашили сайдингом боковинки, чтобы ветер меньше здесь дул. Крыша у нас металлическая, из профнастила. 4-5 углов металлических. На стоечках стоят, с этой стороны у нас точно так, как и сзади меня, все зашили, меньше ветер будет поддувать, слава богу. Здесь мы сделали сушилочку, просверлили отверстие с этой и с этой стороны, заказчица веревочки натянет и будет здесь белье сушить. Сейчас я вам покажу еще вид сверху. Мы вчера закончили здесь накрывать крышу, конечно, она падала снега, ну посмотрите. Даже здесь. Оно вот текло. Я не просто так сделала. Оно текло, получается, текло, по задней капало, стене. Капало, да. Вот сюда. Сейчас я вам сейчас покажу. Будет, да? Сейчас, сейчас я вам покажу вид сверху, как у нас здесь это все смотрится. Вот так наша крыша смотрится. Примыкание везде все загерметизировали. Снег уже, конечно, немножко нападал. Надо сюда подойти. Снег уже немножко нападал. Заказчица комментирует. Нам тоже немножечко. Все понятно. Вы слышали все. Здесь все прогерметизировано, кровельные саморезы, все по фэншую, как говорится. Угу. Здесь вот так. И с этой стороны у нас, видите, здесь вот труба идет. Здесь всегда вот
в этом углу у нас всегда здесь шапка такая большая льда, всегда здесь в основном и подтекало по этой стене, вот где окно у нас. Вот заказчица жаловалась, потому что здесь утекло, потому что здесь всегда образовывалась вот такой вот глыба льда, снега максимально много скапливалось, как-то так. Скажите пару слов подписчикам. Так, мне очень понравилось. Во-первых, самое главное, что все очень четко, приехали четко. Все делали быстро. Никаких головняков вам не создавали, правильно? Да, в такую плохую погоду, тем не менее, сделали. Да, погода вчера ужасная была, сегодня намного она лучше. Да, и сравнительно быстро все это, потому что работы, конечно, большие, очень опасные, и там опасно, наверху. Да. Все-таки это у нас не то, что третий этаж, у нас же 340 потолок. Ну да, считайте, четвертый, да, четыре этажа. Короче, сейчас вот так вот вид снизу. Так, у нас эта крыша антивандальная, она у нас получается, толщина у нее идет 0,8. На рынке максимум продают 0,7, и то не найдете. Максимально мы сделали 0,8, спросите как, ответим вам вот так. Сделали два листа по 0,42, даже 0,45 лист, но 0,45 лист никто не продает, просто так говорят 0,45, но 0,42 он точно есть. Вот, соответственно, 0,8 лист, чтобы здесь, когда будут кидать снег, чистить, чтобы вот здесь, вот видите, мы по краю сделали больше обрешеточки, вот тут две обрешетки, здесь в основном вот сюда приходит удар, на этот край. Там у нас дальше крыша идет, когда кидают лопаты, бьют всегда край крыши, вот здесь, вот, ну, по задней стене, конечно, здесь лед и ничего не падает. Всегда на край, по центру, здесь у нас это деревянный каркас будет это все отрабатывать. Так что сделали мы максимально толстую крышу. Я думаю, она теперь прослужит очень долго и будет радовать наших заказчиков. Вот я вам покажу, как все фирмы уже увидели. Но вам еще раз покажу, как все смотрится. Короче, вот такой вот результат у нас получился. Все сделали практически за день, да, но у нас вот здесь вот не хватило сайдинга, просчитались, потому что на замер сюда не приезжали. Заказчица нам сбросила размеры, фотографии, а здесь я немножко не прочитал. Ну, бывает, как говорится. Сегодня 8:30 без 29 мы приехали. Вот в 9 часов утра мы отсюда уже уезжаем. Как-то так. Ребята, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Комментарии вы слышали от заказчицы. Так что доверие имеется. Пока!